Полиция задержала пьяного хулигана, который, разбив камнем окно в квартире на первом этаже в одном из домов на улице Силкина, проник в жилище своей бывшей пассии. Его экс-подруга поступок не оценила и вызвала полицию. Мужчину увезли в отделение. Для обоих участников происшествия дело закончилось без вреда для здоровья. Меньше повезло двум мужчинам, которые решили выяснить отношения возле понтонного моста на Садовой. Гражданин Че и гражданин Т. После конфликта обоюдного обратились в КВ-50 с телесными повреждениями за медицинской помощью. У одного гражданина, в подробностях не знаю, там какие-то переломы, а у второй с черепно-мозговой травмой госпитализирован в КБ-50. Практически каждую неделю в УВД поступают заявления о преступлениях, связанных с мошенничеством в интернете. В этот раз житель нашего города лишился 5000 рублей. Заявитель заказал в соцсетях в одной из групп преобразователь телевизора в компьютер. Ему пришел разветвитель для USB. Для сотрудников ГИБДД неделя была относительно спокойной. Случилось 4 ДТП с материальным ущербом. Обошлось без аварий с пострадавшими. Особое внимание стражи дорог уделили обнаружению пьяных водителей. 5 водителей было задержано в состоянии алкогольного опьянения. И что характерно, все 5 были задержаны в субботу и в воскресенье вчера. Кроме того, из этих 5 один из них по вторник. В преддверии праздничного выходного дня сотрудники госавтоинспекции переходят в усиленный режим несения службы. Екатерина Опенова, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей Саров-24.